Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 27 марта 2024 года. На улице 10 градусов тепла, светит ярко солнышко. Цикорий, знахарь, сеяли с вами на рассаду. Не помню, когда сеяли, но уже не буду видео искать. Полить нужно. Сейчас принесу теплой водички, полью. Посмотрите, какой он у меня уже взошел, подрос, уже просится в землю. Цикорий. Просится в землю, но на улице еще холодно. Пусть немножко посидит. И получилось у меня даже очень прилично кустиков. Буду по одному, по два, наверное, сажать в луночку. Хочу вырастить настоящий свой цикорий. Магазинный купишь, это что-то ужасное, мне не нравится. От него страшная изжога от магазина. Вот цветочки натуральные, голубенькие. Хочу еще найти цикорий, который растет как морковка, совершенно другого он вида. Если найду я в интернете эти семена, то попытаюсь найти в магазине грядка другого сорта. Но когда я покупала, у меня был всего лишь такой. Так, цикорий – многолетнее травянистое растение с толстым, мясистым, длинным корнем. Стебель прямоустойчивый, 1,20 м. Он даже и как цветы будет красиво. Посмотрите, какие голубенькие цветочки. И не только как цикорий его можно выращивать, а как украшение для сада. Так, цветочки синие, диаметром 2-4 сантиметра. Конечно, меленькие. 2-4 – это очень даже меленькие. Отвары и настой из корней растения усиливают деятельность сердца, улучшают пищеварение, аппетит, очищают организм от токсинов, повышают количество электроцитов крови, успокаивают нервную систему, поднимают настроение. Короче, все прелести в этом растении. Все. Так, сейчас мы с вами его польем теплой водичкой. Принесла воду и будем поливать обильно. Пусть напьется воды. Мученик. Это уже и залила, перестаралась. Ладно, сейчас поставлю его на солнышко. Покажу, какое у нас солнышко. Смотрите, какое яркое, красивое на солнышко. Сегодня день будет чудесный. Вот у меня рассадка хорошая сидит. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Похвасталась я своим цикорием. Рассада я очень-очень даже довольна. Ну а теперь с цикорием встретимся, когда буду высаживать его в открытый грунт. Заходите в гости, буду рада новым друзьям, новым подписчикам. Пока!